Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем проходить Киберпанк 2077. Итак, у нас задание встретиться с Джонни под знаком Норк Оук. Так, бестия ему не дала, он решил расстроиться и расплакаться, получается. Ну что скажешь, Джонни? Можешь тормозить. Ладно. Теперь скажи, зачем мы здесь? Я слышал, Керри тут неплохо устроился. Виллу отгрохал. Где это ты мог слышать что-то о Керри? Да где-то в городе. Желтая пресса только про него и пишет. Ах да, тебе ж не было. А, да. Это когда ты развлекался. Так что, хочешь его навестить? Ну да. Чего тянуть кота за яйца? Ты же постоянно с ним из-за чего-то срался. Я? Это он не мог решить, чего ему хочется. Выебать меня или выгнать из группы. А ты на что надеялся? Кер меня не интересовал. Во-первых, у него был член. Во-вторых, у него не было яиц. Он строил из себя мятежника. Но так, чтобы никому не наступить на мозоль. И уж особенно Арасаки. И что мне? Завалиться к Евродину и устроить себе экскурсию? В газетах пишут, что у него депрессия. Он пытался покончить с собой. Волнуешься, что однажды у него получится? Да кто знает. Просто я мог бы ему кое-что посоветовать. То есть ты хочешь пообщаться лично? Мне опять отдавать управление? А чё нет? В прошлый раз же ничего не случилось. Даешь мне отгул за примерное поведение? Бля, заебешь, ебать. Ну ладно, развлекайся. Хорошо, ебать. Только расскажи, что будешь делать. Ничего такого, честно. Просто хочу с ним повидаться. Как ты ему скажешь, что это ты? Если у него правда сейчас в жизни какие-то проблемы, может, лучше все-таки не взрывать ему мозг? Ви, у Керри всегда были какие-то проблемы в жизни. Поэтому, несмотря на все, мы с ним и ладили. Не переживай. Ничего я твоему Керри не сделаю. Для начала попробуем залезть к нему в дом. Ладно, скажи, когда уступать тебе место. Так, окей. Уступим тебе обязательно место, Джонни. Но в дом забраться надо будет самому, получается, да? Ну ладно. Так, где мы тут? Тачку припарковали, сейчас быстро туда доедем. Подвинься, блядь, холоп. Ты видишь, тут Порше, блядь, единственное в городе, блядь. Так, нам дальше, да? Это что, охрана? Нет, это не охрана. Так, мы на месте. И как нам добраться? Я, конечно, могу просто тупо через заборчик перепрыгнуть. И все. Выключаем камеры. Технические способности позволяют нам это сделать. Ух ты, блядь, тихо. Блядь. Это кто? Это робот, что ли? Блять, ну ты ж меня не видел, алло. Блять, да ладно вам. Ебать, ебать. Чего такие серьезные-то? Блин, надо было, наверное, как-то тактически это придумать. Ну да ладно. Снимем глушитель просто. И пойдем воевать. Так, кто где? Так, мне сюда вообще надо, да?
О. Да уж, блевотный кич. Надеюсь, хотя бы стоило до хера. Чем-то же надо оправдать эту безвкусицу. Так, найти Кэрри в особняке. За нами там роботы охотятся. Если что. Так, тут заперто. Блин, я надеюсь, они сюда не зайдут. А даже если и зайдут, мы их в узком проходе быстро завалим всех. Так, это не дверь. Ух ты, блядь. Блядь, кто вообще выбирал это штампованное говно? Скорее всего, не Кэрри. Он предпочитал есть в ресторанах. О, гитара, ебать, нихуя себе, ебать. Нихера себе коллекция. И балалайка даже есть, блядь. Круто. На некоторых из них я лобал во времена самурая. Так, роботы, не заходите, стойте там смирно. Винтажная гитара, винтажная балалайка. Винтажная гитара. Представляю, сколько такая стоит. У нас столько никогда не будет. Кэрри ее обожает. Так, а где сам Кэрри-то? Я не понял. Оба на пластиночке. Что это? Second Conflict. Кэрри всегда придумывал такие попсовые названия. Вижу, ничего не поменялось. Never fade away. Этот я, наверное, люблю больше всех остальных. Что это? Наш старый сингл. Не знаю, зачем Кэрри хранит это говно. Не, но это даже я знаю. Не подлизывай. Кстати, кальянчик-то еще дымит. Значит, тут кто-то есть. Так, идем дальше. Это мы как в музее, получается. У нас экскурсия. Вау. Кэрри, как прекрасная бабочка, рождается из шелкового кокона самурая. Ебать, нихуя себе он себя любит. Так, евро-доллары заберем. Лишним не будет точно. Так, что тут еще есть? Помимо... О-о-о-о, что это такое, ну, блядь? Эта штука мне нравится. Ебать, что за тачка? Я на ней уеду, блядь. Тут что, стекло? Походу. Ну да. Так, и чё, и чё, и чё? Так, а я не могу здесь выйти. Ну, пойдем на второй этаж. Так, я эту не могу просканировать почему-то. Ну, походу очередной баг, да? Ну да ладно. Так, во. Он, похоже, в ванной. Причем один. Это хорошо, поверь мне. Ну все, дальше я. Пора его оттуда вытаскивать. Так, ну давай таблеточку глотай. Что делать? Закидывайся таблетками Мисти и начнем. Окей. Давай, ты там только не балуй. О, так намного лучше. Интересно, какие тут для красоты, а на каких еще можно играть. Так, Чиппин. Блять, тут! Ебать ты уебок!
Хорошо. Джонни? Керри? Нет. Это какая-то шутка. Погоди. Что Сильверхенд сказал мне перед смертью? Я сказал, чтоб ты перестал себя жалеть. Ну и чё, ты перестал? Сука, Джонни Сильверхенд. Блядь, в обморок только не падай. Тут? Как? Сюрприз. Долбоёб! Хуяси, ебать, вот эта встреча. Окей, ясно. Ты не ожидал, что я вернусь. Нет, сука, наоборот. Я 50 лет только этого и ждал. А я смотрю, ты немного изменился. Новый стиль? Идешь в ногу с модой. Да и ты тоже выглядишь ничего так. Бля, Джонни, мне надо накатить. Ну, хорошо. Давай рассказывай, почему ты выглядишь как мелкий вор из посмертия. Это Ви. Он тебе понравится. И чё? Блядь, Джонни, мне это вообще ничего не объясняет. Ебать, ты устроился. Погоди, это только начало. Че еще покажешь? Выпустил, я вроде все обошел. Ехал сюда. Хорошо продался, видимо. Завали, Джонни. Просто, блядь, не начинай. Да, милая беседа. Подписался? В смысле? С Арасакой, блядь. Да, с утра записываюсь у них на студии, а вечером Юринобу заскакивает ко мне на барбекю. Это правильно. Так с кем подписался-то? MSM Records. Что ж, тоже столб общества. Давай, располагайся и рассказывай, где тебя носило столько времени. Это будет долгая история. Да мне похуй. Мне важно, чтобы в этой истории каждый эпизод был трагичный, как пиздец. Только вот не говори мне, что ты все это время катался с кочевниками, подставляя лицо ветру. Или что ты тусил на орбите и решил оттуда слезть только для того, чтобы меня тут говном поливать. Иначе я ебанусь. Поверь, это трагедия. А, бля, помнишь? Это был единственный раз, когда Генри пришел на репу чистый и трезвый. Да, и играл какую-то хель. Зато Дэнни была рада. Бля, ну заебись, ебать. Кайфует, пацаны. Кем-то из наших пересекаешься? Только с Нэнси. Ее теперь зовут Исида Бесс. Работает на 54-й. Могу узнать, что с Дэнни и Генри, если хочешь. Можно снова собраться, я не знаю, поиграть вместе. Неужто хочешь возродить самурай? Ну, так. На один концерт. Сыграем в какой-нибудь дыре, где нас никто не знает. Мне же надо следить за своей репутацией. Охуенно. Я только за. За Битлз? Сейчас я перешлю тебе номер Нэнси, а сам попробую выцепить Генри и Дэнни. Но если меня не будет, договаривайся с Ви. Ладно. А вы дружите? Не, не особо. Но ты же понимаешь, у нас нет выбора. Ебать, наёбщик, ты чё? А как мне? Джонни, всё норм? Нихуя не угадал, ебать, всё, ебать, Джонни закончился. Нет. Ты, наверное, Ви. Джонни предупреждал, что такое может случиться. Вы хоть нормально поговорили? Я уже чувствую угрызение совести. Ты это...
Посиди пока. В себя приди. Вообще ни о чем не волнуйся. Так что там про концерт? Ты все слышал? Когда эффект слабеет, начинаю слышать. Ну? Хочешь увидеть самурай живьем? Другого шанса может и не быть. Блять, на хуйню подбиваешь? Ну давай. Ладно, я звоню Нэнси. Молодец, хвалю. Бля, братан, только из-за того, что ты умер и больше жить не будешь, я тебе помогаю. Так, Нэнси, звоним. Звоним. Нэнси? То есть Исида? Исида Бесс? Нет, это ее недооцененный и переутомленный ассистент. Стивен, 54-й канал. Слушаю вас. Мне нужна Исида. Ее тут нет. Так, я, блядь, не понял. Я же ей звонил. Я звоню из резиденции Керри Евродина. Круто, но Исиды все-таки нет. Да, блядь, заебал. Но мы ее ждали 2 дня назад. Она поехала в Тоттентанс, чтобы снять сюжет о Мальстреме. Звоните на следующей неделе или следите за новостями. Если с ней что-то случится, я первый об этом расскажу. Ви, тут что-то не так. Давай-ка с тобой скатаемся в Тоттентанс. Так, ты где базаришь, блядь? Ты за хуйня, в башке, что ли, просто? Так, ладно, давай сгоняем. Интересно, я могу эту тачку угнать, а? Блять, нихуя. ПРСТ, блин. Ну дай машину мне эту. Ладно. Так, а тут же еще роботы стоят. Охранный бот Керри. Ладно. А, они вроде зелененькие стали. Все, они на моей стороне. Все хорошо. Тогда просто тупо выходим. Идем, значит, Нэнси спасать. Так, и есть быстрое перемещение, отлично. Так. Вот. Прям куда-куда надо. Сейчас чуть-чуть повоюем. Попробуем пушку в деле. Сильверхенда. Как она вообще делает? Бам-бам-бам! Так, Реджина Джонс. Ви, ты чё? Я понимаю, что дикие крики в Тоттентансе обычное дело. Может, там просто репетирует какая-нибудь группа, но не исключено, что все гораздо хуже. Ух ты, блядь, чуть не сбила шаг, блядь! Так, в Тоттенхамс, Тоттенхамсе, ебать. На всякий случай напоминаю, что, блядь, ладно, у меня тут Черт, другое дело. Картина начинает складываться. Никто из журналюк не попёрся бы в Тоттентанс. Кроме Нэнси. Ну давай. Вперед. Ебать, тут, блядь, пиздец как-то, блядь, тускло. Чё-то происходит. Так, Керри Евродин написал, как дела Нэнси? А, как дела с Нэнси? Ну, давайте ответим. Всё под контролем. Заебца, ну ясен хер, заебца, я-то работаю. Так, сохранимся на всякий случай, потому что мне кажется, здесь будет война. Так, ебать, это Мальстрём, ебать. Так. Классно выглядишь. Спасибо, братан. Минимализм. У меня тоже раньше был такой хром. Ага, блядь. Иди. Спасибо. Тоже в Тоттентанс? Заебись. Третий, нажми кнопочку, я пальцем не чувствую. Блять, потому что у тебя их нет, у тебя там железки какие-то. Блять, пацан, дай посмотрю на тебя. На, жестко. Чё-то какой-то западнёй, мне кажется, пахнет. А? Тинитус играет. Наши ребята. Люблю эту песню. Опа-на. Неужели это правда клуб? Пока. Пока-пока. Заходи. Сойдешь за своего без проблем. Так, мы сразу весь мусор собираем. Ох ты, ебать, ты очередной сука, клуб. Нихера себе. Помнишь ту запись из All Foods? Это пацан, который завалил Ройса. Не, не
Не-не-не-не-не, он же не тупой сюда приходить. Так это ты? Ну, вообще-то, блядь, да я. Да? А что, кто-то жалеет, что его больше нет? Ничего себе, какой выпал шанс отличиться. Вон отсюда, живо! Это шкет из офшор. Я не слепая. Что тебе надо? Бастер. Я ищу Исиду Бесс. Не в курсе, где она? Работаешь с ней? Нет, хочу поболтать. Она вроде здесь. Поболтать. Ясно. Я тебя отведу. Блять, ублюдки. Как-то все слишком просто. Забей. Сейчас главное найти Нэнси. Вообще, я должна сказать тебе спасибо. За что? За то, что убрал Ройса. Давно пора было. Я тоже от этого выиграла, надо сказать. Без проблем, обращайся. Блин, ну он так-то на меня пушку наставил, ебать, убить хотел. Поэтому, ебать, два раза бабки с меня хотел сгрести. А я человек справедливый. Нельзя так делать. Ништяк, я бы тут поиграл. Так, это я заберу. Пушка пригодится. Че, сюда, да? А теперь говори, кто... Как ты, блядь, ее обыскивал, Тандар? Она умудрилась позвать на помощь! Это Нэнси. Не позавидуешь ей. Что? Никого я не звала, и я его даже не знаю. А мы знаем. И нам не хочется, чтобы история повторилась еще раз. Так, тихо. Ах ты, пидоры, блядь! Ух ты, блядь, нихуя съебать, а как это так-то, блядь, а? Так. Значит, это замануха. Что делаем? Короче, расклад такой. Я сейчас беру пистолет Джонни Сильверхенда и разъёбываю нахуй всех, ебать. Взять его! Ну вот так-то, ебать, нахуй, ебать. О, боже. Спасибо. Да, давай, пожалуйста. Так ты вообще кто? Я Ви, от Керри Евродина. Керри? Что-то я уже ничего не понимаю. Наверное, слишком много времени провела с этой ебанутой. Я насчет самурая, потом поговорим. Да, сначала надо выбраться. Иди за мной, я знаю дорогу. Сейчас пойдем, соберем все тут самое ценное. Быстрей. Да подожди ты. Ну, микроперестрелка получилась. Так, вниз. Так, тихо. Я что-то не понял, тут типа враги есть? И сколько их тут? Так, собираем все дерьмо. Че за хуйня? Умри уже нахуй! Блять, меня поджарили! Алло, тихо. Так, мне кажется, надо просто отсюда съёбывать. Прям по тапкам. Лифт открывайся, ебать. Так, вот это заберем. Вся синька пригодится. Так, ладно, все, двери закрылись, я не могу их открыть. Ну и слава богу, как говорится, нахуй надо, ебать.
Там убивает, ебать. Что ж, этот гребаный лифт так медленно едет. Я на машине. Ну хорошо, давай ты на машине, а я с тобой тогда. Ну как ты? Бывало и получше. Эта идиотка подумала, что я пришла шпионить. Так, чё мы куда? На твоей тачке сейчас уронём? Пошли уже. Надеюсь, моя тачка там же, где я её кинула. Я тоже надеюсь. Пешком так отсюда далеко идти. Зачем ты сюда пришла? Хотела сделать репортаж про музыку в Тотантанце. Неудивительно, что Патриция не купилась. Так, тихо. Вот, убрали пушку. Давай общаться, разговаривать, алло. Как жизнь, как сама? Ты вообще с головой нормально все? Кукуха не полетела? В таких местах отдыхать. О, это мальстрёмовцы, да? Как хорошо, что музыка там слишком громкая. Ничего не было слышно. Ну? Ну твою ж мать! А что? Рисунок на память. Могло быть и хуже. В пизду память. Я сейчас собираюсь прямо в редакцию. Хочешь поговорить? Поехали со мной. Надеюсь, эта куча металлолома не развалится по дороге. Да куда она развалится? На такой же ездил. Я починю, если что. Я ж кочевник, ёпта. Ладно. Так чего там у Керри? Он хочет возродить самурай. Только на один вечер. Нет, самурая без Сильверхенда. За Джонни я сыграю. Ты? Сильверхенд все-таки был больше идеолог, чем музыкант. Я справлюсь, не бойся. Ну, если даже Керри согласился. Что мне с этого будет? Блядь, ты ебать пиздец охуевший, ебать. Я вообще-то тебя спас. Мог бы дождаться, пока я наберу нормальный материал. А, это Патриция. Просто ебанутая. Надо было идти к ним, когда за главного была не она, а Ройс. Тогда бы ты точно не выбралась, поверь мне. Да, Ройс еще тот чел, ебать, жестокий, ебать. Так, ладно, пропускаем поездку. Думаю, тут будет одновато. Так, мы на месте. Приехали. Вылезай. Стой. А что с концертом? Скажи Керри, я все организую. На связи. Окей, спасибо. Ну все, заебись. Ну что, дело сделано. Звони Керри. Звоню. Привет. Как дела? С Нэнси поговорил? Да. Она согласилась, сказала, что сама все организует. Опять всеми верт. Но круто. У меня тут возникли кое-какие проблемы с Мальстрёмом. Да, ништяк. Короче, я выцепил Гер. Прикинь, вытащил его из рехаба. Ну и сразу все завертелось. Генри не знал, что старушка Дэнни так и живет в Найт-Сити. Сказал, что хочет сделать ей какой-то сюрприз, и поехал к ней. Так что вот у Дэнни все и встретились. Мне тоже надо? Зачем? Ну ты же должен увидеть, с кем ты будешь играть в конце концов. Лови адрес. Так, нужно добраться до особняка до особняка Дэнни. О, ну то есть обратно нам нужно. Так, ну давайте сейчас быстрое перемещение и рванем туда. Так, вот он наш телепорт. Так, а я не понял.
мысли, блядь. Нет, подожди. Подожди. Вот нам сюда надо. О, рассвет. Так, заходим. Надеюсь, меня роботы сейчас не будут пиздюлить. Что такое? Что тут случилось? Может, у нее ремонт? А Генри одолжил бетономешалку. Он всегда был у нас мастером экспромта. Может, они в доме? Позвони по интеркому. Так, шины, блядь. Мне кажется, тут какая-то хуетень произошла. Ну ладно, значит, ищем дальше. Так, ладно, в первую очередь нужно пройти по следам шин. Откуда они ведут-то? Блять, тачка на улице. Что за херня? Вижу, Керри нас опередил. Так, а это кто? Это Дэнни. Ты, блядь, ебанутый? О, бля, понеслась сюда по кочкам. Ох, что ебать, нихуя себе, ебать. Дружком пришел? Чтобы было кому напомнить, какого хуя ты сюда приперся? Я вообще-то от Керри. Насчет концерта. Какого концерта? Почему он это передает через тебя? Мы хотим возродить самурай на один вечер. А, так вот для чего он решил нас всех собрать. Мило, но без шансов. Я с этим, блять, уродом играть не буду. Дэнни! Нет, ни за что. Выбирайте, или он, или я. И пиздец. Если Дэнни упрется, пиши пропало. Ну чё, как ваши дела? Херово, Чумба! Дэнни не хочет со мной играть! А мы уже обо всем договорились! То есть Керри тебе платит? Ну, теперь все понятно. У меня просто, блять, нет слов. Забирайте этого мудозвона и уёбывайте с моей лужайки! Бля, я не хочу выбирать. Бля, чё за хуйня? Ну? Объясни, нахера ты это сделал с бассейном? Ты же знал, что Керри хочет уговорить Дэнни на концерт. Я думал разрядить обстановку. Разрядил, бля. Может, кто-нибудь расскажет, что случилось? Ослеп, что ли? Он залил мне бассейн бетоном! Наверное, у него была причина. Серьезно? Причина? Бля, ну он такой ебанутый, блядь, это ж заебись. Так, Джонни, что делать? Давай, твои братаны. Ну, выбрать должен ты. Бля, меня бесит, что Дэнни зажимает нас в угол и ставит условия. С другой стороны, у Генри каша вместо мозга, ему вообще нельзя доверять. Спасибо, блядь. Ты мне очень помог. Каша вместо мозга, ему вообще нельзя доверять. Так, блядь. Похоже, всех собрать не выйдет. Ну, это не проблема. На одно выступление можно кого-нибудь со стороны пригласить. Но это будет не то. Как раньше, все равно не будет, Керри. Тебя что-то беспокоит, Ви? Блин, этот, походу, наркоман Генри. Давайте Дэнни выберем. Раз уж надо выбирать, сыграем с Дэнни. Керри, блядь, как так? Кто тут больше всех создает проблемы? Я или она? Блядь, чувак, слушай, давай я... Знаешь что, Керри? Шел бы ты нахуй! Хорошо, что Сильверхенд этого не видит. Закончил? Вали. Ладно. А что с Нэнси? Я с ней на связи. Она сказала, позвонит, когда все устроит. Увидимся на концерте. Блять, теперь еще и с этим надо что-то делать. Блять, и что, мне со всеми надо поговорить, мне кажется, типа? Мы сделали все, что могли. Осталось только подождать Нэнси. Ну, раз ты так считаешь, значит, все заебца, ебать. Будем ждать звонка Нэнси.
Ух, нихуя себе, вот это, блять, урон. 5 атак в секунду. Ну, кайфовая бита. Кстати, стоп. Там и тачка стоит. По идее, я могу ее взять, да? Так, мы ждем, значит, звонка Нэнси. Ну ладно, значит, подождем до следующей серии.